Всем привет! Мы находимся в магазине Доброди, переулок Красный 9А, город Шостка. Меня зовут Тарас. И это видео о том, почему запретили шифер. Почему? В общем, проблема такова. Вот он шифер. И он запрещен. Почему? Есть два варианта, как мне объясняли поставщики. Мы, короче, его не можем купить, чтобы продать людям. Вот. Есть две проблемы. Первая проблема – это война в Украине. И есть такая организация ОБСЕ. Вот говорят, что они запретили шифер. Так как, ну, крыши горят, шифер лопается. Вот. И, в общем, вторая проблема – шифер сделан из асбеста, а асбест вредный. Вот. Поэтому, опять же, он запрещен. Также, я так понимаю, и асбестовые трубы, асбестовая нить, в общем, покрывало, все дела. Что же делать? Вот, у нас есть андулин. Вот. Обещают 50 лет гарантии на андулин, а на шифер 20. Вот. Ну и мне, конечно, трудно вериться. Были отзывы, то, что град его пробивает. В общем, вы пишите комментарии, как вы считаете. Вот, конек такой. Конечно, он легкий. Вот. Преимущество это, ну, отличное. Так как он легкий, бьется гвоздями, либо саморезами можно его прикрутить. Вот. Но проблема как бы остается. Шифера нет, просто шифер запретили. Поэтому, ребята, вы обязательно подписывайтесь. И как бы, ну... пишите, что нам делать. В общем, в городе-то есть, я нашел, в принципе. Есть ребята, занимаются, могут доставить все, но у поставщиков нет, то есть только на руках. Поэтому вы пишите, а мы подумаем. Все, пока.